Ого! А что это там такое на горизонте? Это уходящие просранные возможности. Бля, как красиво! Ты умрешь в нищете, совсем один, окруженный только страданиями и болью. Простите, что вы сказали? Я говорю, распишите здесь и кредит ваш. Каждый день, возвращаясь домой, Петр читал семейное положение жены в одноклассниках. Замужем, значит, дома все хорошо. Разведена, то его дома ждет скандал. Но когда он прочитал, что вдова, то понял, что она узнала про любовницу. Медсестра говорит новоиспеченному отцу: «Ваш ребенок очень хорошенький». «Правда? Да ладно, разве это вы говорите не всем?» «Конечно нет». «А что вы скажете, если ребенок некрасивый?» «Тогда я говорю, что ребенок действительно похож на своего отца». «Вот видишь, какой ты. Себе взял большой кусок мяса, а мне оставил маленький». «А ты бы как сделала?» «Я бы, конечно, взяла себе маленький». «Ну а чего ты на меня кричишь? Я тебе такой дал».